О боже. Они их захватили, Рон и Боб захватили Боба и Боссипа. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, это Боб и Боссип, Friday Night Funkin. Обновилась эта модификация, в общем-то, много чего сюда добавили, и вы мне об этом не раз писали. Поэтому мы начинаем. Пожалуйста, поставьте лайк за это дело, подпишитесь на канал, если еще не подписаны, колокольчик жмите, комментарий пишите. Давайте Боб и Боссип выбираем. Само собой, логично, что это то, что нам нужно, я так понимаю. И вот уже здесь, сейчас мы будем с вами смотреть. Минкс, ты лучший! Friday Night Funkin! Ни хрена как громко сейчас, погодите секунду. Мне надо это дело немножко вот так приглушить. Итак, в общем-то, Friday Night Funkin, Боб и Боссип. Давайте нажмем Enter, чтобы начать, и будем смотреть. У нас тут еще и главное меню вообще просто выше всяких похвал, знаете? Story Mode, Free Play. Ну, естественно, Story Mode. Мы особо не будем сейчас никуда нигде лазить. Туториал. Неделя Боб и Боссип. Неделя Бэкграунд. О! Здорово! Походу это Боб, только уже другой. Другой Боб пришел в Боссипа и Боба. Ну нам надо вот это. Неделя в бэкграунд. Стоп! А я сложность-то взял? Нет, вы знаете, все нормально. Тут по умолчанию стоит хард, как оказалось. Хорошо, хорошо. Тогда вопросов нет. В общем-то, пробуем на харде. Конечно же, естественно, само собой разумеется. А там уже посмотрим, как говорится. Блин. Эй, что не так? Я... Мне скучно. Скучно ни с кем не батлиться? Да, мне нужен мой адреналин. Ой, да ладно. Иногда тебе не нужно батлиться с богами и демонами. Просто хорошо повеселиться, петь с людьми, расслабившись, знаешь ли. Наверное. Ой. Ой, о боже, простите насчет этого. Вы в порядке? В порядке. Подожди, ты бойфренд и гелфренд? Конечно, это мы. Я видел, как вы батлились с другими людьми и ваши рэп-битвы. Я ваш большой фан, могу сказать. Вы очень крутые, что справляетесь с этими людьми. Еще и клево поете. Очень круто. Спасибо. Ой, спасибо. А, да, кстати. У меня тут собственная песня. Работал на ней давненько. Хотите заценить? Это будет большая честь. Меня зовут Блу. Да ладно, бойфренд. Почему бы не попытаться? Ну... Давай погнали, мордекол. Спасибо большое. Мордекол. Мордекол? Кто такой мордекол? Я не знаю, какое-то странное слово. Я не успел, что успел его прочитать, все очень быстро происходит. 3, 2, 1, поехали. Итак. Groovy Brass. Это название песни? Да, так точно. Вокал у тебя, конечно. Вокал очень четенький. Так. Ну, поехали. Слушайте, а хорошая музыка. Вокал, конечно, оставляет желать лучшего, наверное. Голос недостаточно мощный, как по мне. Но музыка прям прикольная. Так. Может, кстати, надо бы и проиграть в этой модификации. Но это потом, ладно уже, мы уже начали. Поехали, давай. Пи-п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 и. Ну, прикольная, прикольная птичка, я могу вам сказать. Нормального такого... Нормального такого кореша нашли, клювастенького. Клювастенького, пернастенького. А сапоги какие крутые, ёпта. Или это просто ноги такие, не знаю. Так, ага. Па-бам. Да, это, по-моему, просто ноги такие. Это же птицы, да? На то она и птица, собственно. Ну, слушайте, красиво это все выглядит. Красивые нарисованы задние планы, мне нравится. Такой лес прикольный. Так, ага. И музыка классная. Прям, знаете, музончик такой, заставляет тебя вот... Настроение повышает, заставляет прям двигаться. Ага, так. Ой! Нифига! Ой, какая-то другая музыка. Смотрите, эта песня уже закончилась почти, я что-то не понял. Это я вот здесь вот проиграл в самом конце? Да, я тогда проиграл в самом долбанном, мать его, конце. Но мы наконец-то разобрались. Это кто? Блу. О, блин, я проиграл. Ну ладно.
Я по-прежнему счастлив, что батлился с тобой, бойфренд. Это было так весело. И я не думал, что ты примешь батл. Рад, что ты согласился. Я попытаюсь что-нибудь хорошее придумать. Я очень рад. Нет проблем. Что у вас тут происходит? Привет, Мини, я тебя не видел здесь. Я просто рэбатлился с бойфрендом. А ты кто? Бойфренд? Это парень, о котором ты говорил какое-то время назад? Да. Слушай, а почему тебе с ним не побатлиться? Я тебе песню придумал. Хочу посмотреть, как вы оба поете. Конечно, давно не практиковал. Почему бы нет? Ну, поехали, хорошо. Какой-то новый еще типок пришел. Слушайте, а прям один за другим приходит. Прям один за другим приходит, понять, какие-то пацаны. Ну, поехали, чё? Алло, игра? 3, 2, 1, go. Так. Ага. Там что-то написано. Хекс? Подожди, что-то написано? Я не Хекс написано. Там написано у чувака, походу. Я понял. Ну извини, извини, но ты немного смахиваешь, да, поэтому путают иногда, бывает. Так, поехали. Ага. Сейчас я уже знаю, что тут треки достаточно могут быть непростые, поэтому я внимателен. Ага. Ну пока все легко. Песня Conscience называется. Сознание типа или как? Ага. Ой, хорошо. Смотри, там еще какой-то чел с оленьими рогами стоит. Какой-то чувак с сиськами или что? А, это руки у него, господи. Так, и у одного тела, у которого вот там на скамейке, у него очень голова странная. Надо. Так, ага. Так, я пока помолчу, сосредоточусь. О, отлично. Так, мы уже приближаемся к концу песни, как я погляжу. И сейчас важно не всрать в самом-самом конце. Ага. Ну, отлично, слушайте. Тут вообще прям вообще без проблем. Если там мы еще проиграли, тут... Что у тебя с головой, ты? Мистер Человек звездочкой. А зачем я спросил? Что ты такой в фурии? Неплохо, малой. У тебя клевые движения. Да. О, Блуи Мини, как дела? Это кто еще? О, Geek Host, хорошее время. Давай споем с бойфрендом. Ой, звучит весело. Не против, если я начну? Блуи для меня песню сделал, хочу попробовать. Что это за рожа пришла? Что это за стрёмная рожа пришла? Ой, сейчас вот это... Вот эта песня, наверное, будет жесткая, да? Это, наверное, будет жесткая песня, там сложная прям на харде. И не факт, что справимся. 3, 2, 1, go. Я собака странная какая. Чё происходит? Куда? Они ни хрена не гавкнули. Там псина гавкнула. Смотрите, куда меня опустила. Так. Вообще нельзя пропускать стрелочки. Я так понял, тут собаки гавкают и сбрасывают тебя. О, пожалуйста. Да, так и есть. Окей. Хорошо, все. Я собрался. Так, а там что? Ты не Хекс. А вот там вот справа появился маленький телевизор. Это мини-хекс или это мини-не-хекс? Чей это ребенок? Не хекса или хекса? Мне просто интересно. Так. Ага. Зрителей все больше, кстати. Сзади у нас. Там еще какой-то человек-смерть в капюшоне. Ага, хорошо. Давай фигачим. Нет, ну как так? Это все же хорошо шло. Давайте музыку послушаем. А что, неплохо. Перепрохожу на нормале, ребята, пошло оно все нахрен. Я столько раз проиграл, что мне уже надоело. Так, на нормале намного легче. Сразу видно. Вообще проблем не возникает. Смотрите. Так, ага. О, вот это я понимаю процесс игры. Не, ну правда, на харде тут сильно жестко. Я проигрывал, мне надоело. О, ну фига, ну гавка. Вот здесь я вообще никогда не был еще. Так, все, песня заканчивается. Только не гавкай, я тебя умоляю, закройте! Закройте свои собачьи рты, серьезно. Так. Ага. Ну, короче, я вот в самом конце, вот я не мог пройти единственный вот этот такт, который сильно уж задроченный. Его там сделали на харде, там прям все летит, пердит, я не знаю, гавкает еще. Поэтому... Кто-то со стороны смотрит за всем этим. Ты начнешь работать или... Скоро я приступлю. Ага. Но тем временем...
Может, перерыв и ворвемся? Нет. Я знаю, тебе это нравится. Просто быстренько. Да нет, у меня особо общего выбора, да? Хи-хи-хи. Короче, сейчас еще какие-то инопланетяне с нами будут батлиться. Вау, какая толпа! Джигост, как ты не сломался под давлением? Вау! Слушай, не надо так пялиться, скажи что-нибудь. Здравствуйте, я и Цербера хотели присоединиться к вам. Конечно, тем больше, тем лучше. Привет, Серберус. Весело, да? Конечно! Да пусть серотонин плывет. Ты уверен насчет этого? Мы тут не выиграли. Ну, это весело, но немножко громко. Оно разговаривает! А чё вы гавкали там, как свиньи? Мешали мне, блин. Мешали мне, здоровье моё портили там во время рэп-баттла. Так чё, сейчас будет что? Рэп-баттл с собаками отдельно? А, вот с этим. Понятно, понятно. С этим, с инопланетными пацанами будет рэп-баттл. Так. Что у нас с голосами, как из унитаза? Это почему? О, другое дело. Нифига, вот тут я на харде бы вообще бы, наверное, бы... Жесть, это на нормале, ребята, так стрелочки идут. Ой, я не дожал. Так. Слушайте, тут у меня и на нормале могут быть серьезные неприятности, я чувствую, в будущем. Сейчас в конце сделают какое-то задрочное место, блин. И хрен пройдешь. Так. Ага. Ну пока вот хорошо идет, в принципе. Ой, как пузан этот внизу там стоит еще. Ножунками топочет своим. Так, ладно, поехали, давай. Я готов. Ну, у него вроде партия не очень сложная. Ага. О, нифига он там напердел, конечно. Так. Ага. Слушайте, а есть ли хоть кто-то, с кем бойфренд еще не батлился в этой жизни? Я вот... Он, по-моему, со всеми жизненными формами побатлиться уже успел, мне кажется. Так. Ага. Окей. Это несложно. Вот такого бы побольше. Во! Вот это я понимаю, вот это перерывчик. Перерывчик небольшой, как говорится. Вот тут передохнуть можно, да? Ага. О нет, это затяжки перед бурей. Сейчас будет какое-то говно, прям я чувствую. Сейчас тра-та-та-та-та-та-та, строчить будут стрелочки. А может и нет. А может и да. Ой, блин. Вот здесь на харде, наверное, сложно. По идее. Ну да, я вижу, там песня еще вроде не закончилась. Недурственно. Проходим. Недурственно проходим, ребята. Как на нормал перешли, так вообще проблемы исчерпаны. Да. Собственно, вот. Собственно, прошли. Серверус, ты можешь говорить? Гав-гав? Ага. Ну да, конечно. Ой, ну не дать не так было. Видишь? Как здорово, когда вот такие вот тусовочные рэп-баттлы. Ну да, это было неплохо, благо. Эй, бойфренд, смотри. О, эти двое. Здорово! Чуваки, алло, идите сюда. Мы вас уже видели когда-то. А, и вот с этого момента начинаются события недели Боб и Босип, в которую мы уже играли раньше. Но меня больше интересует вот это. Боб Тейковер, да. Ну, естественно, нормал. В общем... Что-то я сейчас вот этого не понял. Эй, ты готов? Я давно этого ждал. Пс, как обычно. Целиком и полностью готов. Вот это становится реально воодушевляющим. Ну что ж, если ты готов, давай направляться. Так. О да! Это майнкрафтное время! Почти! Какого хрена? Ну он реально же Dream, да, из Майнкрафта. Босип! Че это за хрень? Обновление было? Я не думаю, что мы в Майнкрафте были. А он вот знает, где мы? Эй! Ты! Пузатик!
Алло! Ты знаешь, где мы? Кто-нибудь дом там есть? Ау! Вы с ним не договоритесь, пацаны. Слушай, я не думаю, что оно хочет с нами базарить. Не волнуйся, Боб. Ладно, как отсюда свалить? Давай телефон спрошу. О, дерьмо! О, боже, ты в порядке? Эй, что за хрень? Микрофон? Ты хочешь петь или типа того? Я полагаю... Нет причины не попытаться. Вот это весело сейчас будет. Боб, ребята, старина Боб. Как я его обожаю. Поехали. Так. У него стрелочки, смотрите, какие классные. Бобовские стрелочки, собственные. Так, ну поехали, давай. Нормально он там бобит музыкально. Музыкально бобит, как следует. Ага. Слушайте, тут даже на нормале... не сказать, что очень просто попадать. Так, все. А слушайте, а надо еще умереть за них. Ну, мы, наверное, то и так успеем. Мне кажется, меня убьют тут. Мне кажется, меня тут убьют. А почему хард-то запустился? Там внизу написано, что мы на харде играем. Почему мы играем на харде? Copycat hard написано. Я же запускал нормал. Блин, ребята, он меня надул. Боб меня надул, он меня кинул, короче. Я думаю, чё стрелочки так летят? Ну, что делать, ладно, придется на харде. Придется уже на харде, наверное. То есть тут другого варианта нет, получается? Обидно, если так. Ага. Ух, как нехорошо-то получается. Так, ну поехали. Эти стрелочки вроде не такие сложные, да? Или мне кажется? Ну как-то я вот еще держусь. Спам есть, работает хреново, конечно. Как-то держусь. Так, там сзади ходит какая-то птица там шляется. Ой, мама. Так. И, собственно... Где? Давай. Нормал. Ты меня слышишь? Говорю, нормал. Сейчас проиграю опять, ребята. Тут только на харде можно. Только на харде можно играть против Боба. Я как не пробовал выбрать нормал или изи, и ни хрена. Он глаз свой поганый показывает, и экран в сторону уходит, и все. Так. Ага. О, ну здесь я еще не был, да? Это уже прогресс. Ой, блин, ну... Как вот стрелочку всрал длинную. Так, ну, по-видимому, первый трек все-таки пройдем. Какими-то всеми правдами, неправдами, да? Так. Блин, еще и одинаковые абсолютно стрелочки по цвету, вот что тоже усложняет. Ну давай. Фух, ну хоть первую песню. Ладно, первую песню мы одолели. Первую песню мы одолели, ребята. Но сейчас же пойдет вторая, потом третья. Они с каждым разом будут сложнее. Я играю на харде. Как я пройду это на харде? Я не знаю, как я пройду это на харде. Никак я не пройду. Wow, это было легко. Зря ты это сказал. Хорошая работа, Боб. Еще он нам наконец-то ответил. Походу мы в известной игре. Friday Night Funky. Ох, блин. Добро пожаловать во вселенную Боба, говорит бойфренд. Знаю, нам нужно снова посетить это место, бип. О боже. Они их захватили, Рон и Боб захватили Боба и Босипа. Теперь они вместо них, прекрасно. Замечательно, ребят. Ой, глупый, смотрите, глупый. Ну глупый, да, довольно глупый парень, судя по виду. Ты что такое? Бип! Ты выглядишь как писсилляр. Меня зовут Боб из Боба и Босипа. Боб, если ты не станешь таким сквыгли-дигли головожопом... Заткнись нахрен! Дай мне поговорить, Бруш. Давай-ка я тебе некоторые правила тебе, мудаку, сейчас объясню. Я не Дрим, звать меня так не надо. Второе. Если ты не выиграешь, я тебя грохну. Привет, ребята, это я, Рон. Пошел нахрен, Рон.
Какой добрый, вежливый молодой человек. Рон вовсю идет нахрен. Он прям очень старается. Амунгасик, привет, помоги! Слушай, ты, наверное, Сус. Ты можешь нас всех убить и покончить с этим. Нифига. Так, ну хорошо. Слушайте, тут, по-моему, спам работает в этой неделе, нет? Или мне показалось? Адекватно. Не как раньше было. Ну, что-то более-менее работает. Хорошо, наш глюпий товарищ распевает песенку. Это что такое вообще? Это что тут происходит? Так. Блин, эти звуки такие прикольные. О, господи, он свою рожу как бы. Серьезно? Ой, господи. Потрясающая прическа написана у Боба внизу. Я бы не сказал. А чё я вообще не могу подняться по этой шкале дурацким? Что происходит? Делать-то? Блин, ну он меня, видите, он меня все спихивает и спихивает. Так. Так. Ну как? Ну я... Все, ребят, там, я не знаю, как там пройти. Там, зажать там нельзя. А надо как-то очень быстро. Я не знаю, правда. Ну, в общем, я посмотрел эту модификацию. Я не знаю, если она вам очень понравится, и если на это хватит моих прямых рук, то я, может, ее когда-то допройду, а может быть и нет. Но пока что, ребята, на этом все. Вот такой вот он, в общем-то, новый Боб и Босип. Боб у нас тут в буквальном смысле бобит, видите, вовсю. В костюме Боба Боб, Боб вместо Боба. Это идеальная замена, я считаю. На этом мы пока заканчиваем. Если понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, жмите колокольчик, включайте все уведомления, и на этом мы заканчиваем. Может быть, увидимся еще в этом моде, а может быть и не увидимся. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.